Маша появилась в деревне Мухино Псковской области ранней весной. То ли заблудилась в лесу, то ли после злого выстрела стала сиротой. Была она совсем маленькой, жалкой и беспомощной. Александр Иванович Березин, начальник Елизаровского охотничьего хозяйства, не дал погибнуть кабану. Взял к себе. Деятельное участие в Машкином воспитании приняла Альфа, став как бы ее приемной матерью. Теперь они неразлучны. Так и гуляют вместе человек, собака и дикая свинья. Впрочем, можно ли назвать Машку дикой? Выросшая среди людей, она очень добродушна и сообразительна. Хорошо знает свое имя, откликается на него. И в деревне, и в лесу чувствует себя свободно, как дома. Когда-то наши леса славились обилием самого разного зверя. А сейчас не всякому, кто попадает в лес, посчастливится увидеть кабана или зайца. Доброе отношение к братьям нашим меньшим в конечном счете обернется сохранением богатств и красоты родной природы.